Пьяный водитель в Певеке разбил свой и чужой автомобиль. В дежурную часть пункта полиции Певека поступило сообщение, что водитель автомобиля марки Toyota Hilux управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дежурный направил наряд ДПС для проверки сообщения. Госавтоинспекторы обнаружили уже поврежденный автомобиль под управлением 44-летнего местного жителя. Выезжая со двора, он ударил припаркованный УАЗ, затем оставил место происшествия. Горе-водитель не пострадал, а свидетельство не показало, что он пьян. В отношении мужчины составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за оставление места дорожно-транспортного происшествия.